Ребят, всем привет! Садоводам, цветоводам, дачникам. Так, сейчас знаете, что хочу показать вам? У меня каждый год, вот у меня вот здесь самшиты сидят в рядочек. Вот так красиво. И у меня вот каждый год в одном месте, вот здесь, вон они, красотулики, сейчас покажу. Каждый год лесной певчий дрозд. Это такие черные, их редко увидишь. Они живут в лесу, в лесном таком массиве. Каждый год он у меня здесь прилетает и делает гнездо, и каждый год выводит птенчиков. Сейчас я вам их покажу. В том году я подробно показывала и яички, и как они только родились, и потом как подрастали. Но в этом году, вот сейчас я вам покажу. Вот они уже недавно вылупились. Вот они спят и ждут маму. Сейчас недавно, видите, вылупились. А мама сейчас летает с папой туда-сюда и в клюве как червячков приносит полный ротик. Ну вот смотрите, если сейчас они слышат шум, они спят, видите, как крепко. Вон какие хорошенькие. Маленькие. Сколько штучек не вижу я. Ну вот как мама подлетает, они сразу ротики открывают. Ой, ну недавно. Ну как подрастут, я еще покажу. Видите, какое хорошее гнездышко. Вот такие прелесть хотела вам показать. Они знаете, как утром поют эти дрозды? Вот, также сейчас хочу показать, знаете что? Это моя лавандочка, мое рабочее место. Так, мое рабочее место. Но сейчас я хочу показать это. Вот резкость наведу. Так, где я их вот поставила? Сейчас на высадку. В этом году вот первые, это ж мои новиночки. Польские семена мне прислали хорошие вот такие вот. Это тысячелистник декоративный для наполнения букетов. Также я вот себе их посеяла. Вот. Это многолетник. Шикарный, шикарный наполнитель для букетов. Так же, как он и сухоцвет используется. Ну, в общем, красота, просто красота. Так, сеяла. Нет, я не показывала, как сеяла. Семена мелкие, значит, буквально поверхностно, буквально там 1 миллиметрик я всего присыпала легким грунтом. Очень хорошо взошли, очень хорошо. Ну, конечно, я не помню, уже потерялась это у меня. Когда... Потом, значит, пикировала я ее, знаете, как аккуратненько очень... Видите, уже вот. Сейчас я уже высаживать буду, потому что уже полный, вон, корешки оплели, все по 3 штучки я их группкой высаживала, группой. Очень-очень удобно было их группой высаживать. Вот. Ну вот сейчас я покажу. Вот, уже корни, конечно, из дырочки вылазят. Обязательно делайте дренажные дырки, обязательно, если хотите хорошую рассаду в любой рассаде. Сейчас я покажу уже, я на высадку приготовила. Ой, рукой как неудобно. Все, вот видите, как вот в таком виде, вот красота, просто красота. Вот так и аккуратненько вот так я сажаю. Сажаю на расстоянии. Муравьи. На расстоянии. Не знаю примерно, какое я буду делать. Ну, 25 сантиметров, наверное, сделаю. Вот. И вот такая прелесть у меня будет. Буду я разводить. Потом уже, конечно, тоже корневищами буду делить. Ну, вот такая вот прелесть. Это тысячелистник декоративный. Ну вот сейчас я его буду высаживать. Ну, очень удобно, видите как.
Вот. Ну все, сейчас я его сюда положу, чтобы аккуратненько он не рассыпался. И дальше буду работать. Вот. Так что, ребят, как будет дальше себя чувствовать наш тысячелистник, я обязательно покажу, как зацветет, не зацветет. Наверное, зацветет. Но в первый год он, я думаю, будет наращивать сам кустик. Вот. Ну, вот такие дела. В общем, я давно мечтала об этом тысячелистнике. Ну, пока. На сегодня все. Всем привет, девочки!